Большая часть сюрпризов пятого игрового дня Лиги Чемпионов имела место в матчах с участием итальянских клубов. Встреча Фейенорда с Ювентусом могла рассматриваться как одна из сторон заочной борьбы старой синьоры и Манчестера. Итальянцам победа нужна была непременно. Ведь англичане в то же самое время принимали у себя кошицы, и от той игры сюрпризов точно не ждали. В первом и в начале второго тайма картина игры была в точности такой, как ее себе, по-видимому, рисовали многие. Фейенорду о весенней Лиге Чемпионов мечтать и не приходилось. Биться оставалось исключительно за престиж. Но кто же мог ожидать, что рациональные цели недавно самого сильного европейского клуба спасут перед голландскими иррациональными? А Маруза не использовал дюжину возможностей пробить дудок, и в той беззаботности, с какой итальянцы транжирили моменты, и крылась как раз опасность. На 67-й минуте 9 из 11 туринцев оказались отрезанными от событий, происходивших на их половине поля. Круза же отсутствие кворума не смутило, и Фейенорд повел. Голландцы словно решили 20-минутной активность универсать, упущенной в первых полутора таймах. За 2 минуты до финала, плетя передачами статичные фигуры итальянских защитников, Фейенорд силами того же Круса делает счет 2-0. Словаки подарили Манчестеру 3 очка. Это значит, что позапрошлогодний обладатель Кубка Ювентус в этот раз вряд ли даже выйдет из группы.